Многие из этих дошколят уже умеют хорошо читать, поэтому познакомиться с каталогом прессы малышам оказалось несложно. Инструкции оператора связи ребята внимательно выслушали и сразу приступили к выбору журналов. Выписали индексы изданий и направились к кассиру оформлять подписку. Мы будем выписывать журналы «Кроссворды», «Веселый колобок». А почему решили именно «Веселый колобок»? Потому что он веселый. Потому что сказка увлекательная, интересная. Еще педагоги детсада выписали своим воспитанникам раскраски. Нельзя же так в жизни, чтобы не было раскрасок. Дошкольники стали одними из первых участников очередной основной подписной кампании. Она стартовала в апреле и продлится до конца июня. В это время оформляют заказы на доставку газет и журналов на дом во втором полугодии 2016-го. Причем сделать это можно и в отделениях связи, и прямо в квартире через интернет-сайт. Не запутаться в ценах и найти самую низкую стоимость понравившегося издания поможет автоматизированная система подписки. В ходе этой подписной кампании впервые 15% скидка на перечень социально значимых изданий, согласованных с Минкоссвязи, будет предоставляться не только в декаду подписки, но и в протяжении всей подписной кампании. Более того, точно так же будет проходить декада подписки, в ходе которой точно так же рядом издательств будут предоставлены скидки на подписные издания, и данные скидки будут суммироваться. И в ходе данной подписной кампании на некоторые издания могут дойти до рекордных 30%. По традиции не забывают почтовики и о ветеранах Великой Отечественной. Для них скидки на подписные издания действуют постоянно. Кстати, у жителей республики есть возможность порадовать интересной периодикой не только себя, но и воспитанников детских домов. Для этого нужно заполнить акционный подписной абонемент. Найти его можно на символичном дереве добра в отделениях связи. Наталья Громашова, Евгений Бояринов, Вести, Хакасия.